Пока в Кабардино-Балкарском районе пытаются найти живительную влагу, на Лакский район обрушилась природная аномалия. Там выпал сильный град. Жители сел выложили в социальные сети последствия стихии. По фотографиям видно, что были повреждены автомобили, крыши домов и урожай. По словам очевидцев, градины достигали размеров грецкого ореха. Какой ущерб был нанесен осадками, уточняется. А вот сведений о пострадавших людях, к счастью, пока нет.